Здравствуйте, хочу такое видео представить. Это у меня маленький такой мини-обзор магнитных зарядок, которые у меня сейчас имеются. Они вот прямоугольного такого типа. Есть еще круглые зарядки, тоже неплохие, кстати. Ну вот у меня три вида сейчас зарядок, вернее, вот со шнурком, которые идут, которая немножечко вот потолще выглядит. Ну, допустим, вот специально есть вот такой ключик, чтобы доставать вот эту зарядку. Вот она так плотно сидит здесь. Немножечко ее подцепляем. Аккуратно, конечно, без фанатизма. Смотрим, вот такого типа у нас. То есть вот это вот потолще идет у нас. Есть чутка потоньше. Ну, это на вкус и цвет, как говорится. Мне вот больше тонкие, конечно, нравятся. Но по надежности, наверное, более толстые. Это касаемо, наверное, если вы в чехле в каком-то носите, то, скорее всего, вам толстые подойдут. Смотрим, здесь вот такие пятачки видно. Контакты здесь круглые, здесь квадратные. И одно к другому не подходит. То есть надо смотреть, когда заказываете. Бывают отдельно вот эти коннекторы, отдельно шнурки. Но лучше все вкупе заказывать. И шнурок, и вот этот переходник. В плане того, что долго ли это все дело заряжается, ну, вроде как говорят 1 ампер, честно, не замерял, где-то получается 1 ампер. Ну, то есть, если 3000 мА у нас батарейка, то 3 часа, грубо говоря, все это дело будет заряжаться. Вот такого розового цвета у меня, это вот более такая крупная зарядка. А давайте посмотрим, вставляем все это дело вот сюда, ну, то есть в адаптер питания. Вот у меня планшет, iPad, есть разные USB Type-C, есть Lightning, есть микро-USB, то есть на вкус и цвет. С одной стороны вот у нас идет заряд, когда идет зарядка, синим мигает, когда заряжена уже вот с зеленым. То есть в этом плане, конечно, вот она толстая. Так вот вертим. Конечно, можно приложить усилия, и зарядка отойдет, но вот это вот хорошо держит, она вот и как-то и поглубже, вот такая крупная. Но есть минусы, что вы можете зацепить где-то, если в повседневном использовании, где-то в кармане. Сюда может что-то налепиться металлическое. Кто-то вообще параноид в плане того, что может быть КЗ, ну то есть короткое замыкание какое-то произойти. Давайте посмотрим. Здесь вот у нас чехол Xiaomi Redmi Note 5 Prime. Как у нас? Так, ну здесь у нас не идет. Вот я говорю, они не подходят друг к другу. Вот эти, вот этот уже коннектор уже не подойдет. То есть вот это я выписывал отдельно, надо искать продавца, где я отдельно, и шнурок к нему заказывать. Смысл вот такой. Давайте посмотрим, может вот этот подойдет коннектор. Нет, они все вот именно, если уберете у продавца, то именно надо смотреть, чтобы и у этого продавца брать и коннектор, и сам шнурок. Ну, смысл понятен, что вот это вот дело вот у нас выглядывает. Выглядывает. И, ну, мне более нравится, когда у меня Meizu M6, здесь у нас, конечно же, вот поменьше, можно сказать, выглядывает. Здесь еще немножко утоплен. Здесь у нас поменьше это дело выглядывает. Давайте посмотрим, как на примере Meizu M6. Вот у нас идет зарядка. Ставим, ну и пошла зарядка. Минусы вот здесь немножечко вот как-то, вот если на iPad как-то оно глубже все это садится, здесь же надо следить, чтобы у нас шнурок туда-сюда не уходил, и тогда, ну, зарядка, в принципе, нормально будет идти. Если мы чуток начинаем ее двигать, смотрим, зарядка у нас уходит или шнур куда-то вверх-вниз, у нас может зарядка уйти. А так, в принципе, все неплохо заряжает. И, во-вторых, еще плюс какой, то, что у нас защита идет микро-USB разъема, и втыкание-вытыкание уже меньше вот этих вариантов. Конечно же, плюс в том, что вот это вот идет отверточка, то есть не надо. Можно, конечно, ноготочками, у кого хорошие ноготочки, вытащить этот коннектор, но если, как говорится, вот этим инструментом попроще как-то раз-раз и вытащил. Какой есть еще у нас вариант? Так, это я уже... Так, вот. Это у нас, скорее всего, вот он подошел, да. Это вот идет переходник для микро-USB. Не знаю, насколько он хорош. Но, в принципе, держит, я думаю, неплохо. Сейчас поставим, вот у нас все это дело магнитится. Сейчас найдем шнурок, чтобы посмотрим, как у нас это дело будет заряжаться, как микро-USB сюда сейчас зайдет у нас. Ну и смотрим, как у нас микро-USB, вот этот переходник будет работать. Вставляем сюда. Вот зарядка пошла. Вот смотрите, в чем минус. Он неплотно сидит, вот этот микро-USB, то есть нужно вместе
вместе вот так вот держать, и шнурок, и переходник у нас вытаскивается. Если так, то у нас вот, вот эта колбаса у нас остается. Нужно вместе с ним, вот, вот это не продумано, то есть надо было поглубже, чтобы микро-USB хорошо коннектился с переходником, то есть сидел внутри переходника, и тогда у нас лучше все это дело бы выглядело. Ну а так, в принципе, он глубоко сидит, и неплохо вот у нас видно, что зарядка у нас идет. Вот. Мне больше нравится вариант, он тоже вот огонек у нас, когда вот при зарядке, вот у нас огонек. Зарядка пошла, и зеленым здесь только мигает. Вернее, не мигает, горит просто, что вот зарядка пошла. Вот. Мне больше нравится вариант просто со шнурком, когда... То есть вот этот отдельный шнурок. Сюда раз, приконнектил, все оторвал и пошел. Вот это я не знаю для чего, как бы, ну, ради пробы как бы взял. Не знаю, может где-то этот такой вариант пригодится. То есть нацепил на микро-USB и пошла у нас зарядка. Вот. Ну, также все это дело вот так вот приходит. В такой попытке, допустим, пришло мне 3 зарядки, я выписывал. В принципе, и цена приемлемая, что-то около 120 рублей. Вначале они были дорогие, но вот только распродажа была. Ну и сейчас, в принципе, можно, мне кажется, купить. Доллар у нас подорожал. Вот такой небольшой обзор у меня на эти переходники, на вот эти шнурки магнитные с коннекторами магнитными. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, будет много интересного. Всем спасибо, пока.